Всем привет! Сегодня у нас 30 марта, и смотрите, сколько снега у нас намело. С этой стороны уже все тает. Сегодня у нас был мороз до минус 10, наверное, градусов. Переживаю, что у меня тут с моими розами. Здесь у меня розы все засыпало снегом. Полностью все. Еще не чистили. Здесь у меня крыжовник позеленел, весь зелененький. Надеюсь, что он эту встряску переживет. Здесь же у меня жимолость моя позеленела. Видно, что немножко прихватило листики морозом. Вот. Ежевика моя, еще не успела ее подвязать, но она уже проснулась. Вот у нее уже почки начали двигаться в рост. Вот. Я еще просто шпалеру не установила, поэтому не успела подвязать. Но ежевика уже проснулась. Уже надо ее подвязывать. Вот. Почки на моем персике. Смотрите. Они тоже проснулись, опушились. В общем, хорошенько так их прихватил мороз. Голубика моя тоже. Бедная моя голубика. Выживет, не выживет. У нее вот здесь почки уже были наклюнутые. Должен быть в этом году первый урожай. По крайней мере, я надеюсь. Но вот... Тоже, кстати, уже на улице проснулась моя голубика. Дикий чеснок, руконболь. Или... О, весь пожух. Листики все пожухли, повяли. Морозом хорошенько так приложила его. А вот кто-то листики вообще погрыз. Смотрите, полностью весь дубовый. Здесь тоже листики все такие пожухшие. Вот, кстати, чуть-чуть подрастет, надо будет срезать листья и сделать салат. Интересно, дайте-ка я попробую при вас. Гадость. Говорят, с него можно делать салат, но это на любителя. Фу. Растет у меня чисто как декоративная культура, цветы. Так, есть у меня еще малина Black Jewel. Тоже, видите, почечки проснулись. Ну, ее тут замело снегом полностью. Вот эту, кстати, веточку я ее вообще не укрывала. Вообще она у меня так и зимовала вот в таком вот виде. Но вы, как видите, перезимовала она хорошо. Поэтому можно на следующий год попробовать... Не укрывать вообще. Вот, я думала, эта веточка вымерзнет, но она не вымерзла. Вот так она у меня зимовала. А вот это я укрывала. Ложила на землю и укрывала вот этим шифером. Тоже вишня моя уже вся зелененькая. Вот-вот распустится. Тут вообще вон снега, смотрите, сколько намело. Вот мы обрезали ветки. Еще не успела убрать. Вот, цветочные почки. Это слива. Видите? Это же надо было. Сегодня был такой мороз, что это просто какой-то кошмар. Черешня моя. У черешни вообще, смотрите, сколько много почек цветущих. Это красная черешня, такая, как продают у нас на базаре, с юга привозят. Очень-очень вкусная. И если честно, то я решила убрать одно дерево абрикоса и посадить туда два дерева черешни. Здесь еще один сорт черешни. Покупала его как желтый, но оказался опять-таки красный. Как я не люблю обман, когда покупаешь какие-то растения. Тоже в этом году будет первый урожай.
Как я его формирую? Вот честно сказать, не знаю. В этот раз я хотела попробовать вообще сформировать вот два ствола. И вообще у меня получилась вот такая растопырка. Почему? Потому что если взять вот это вот дерево, оно получилось как чаша. И посередине вроде как пустое получается. Поэтому я решила попробовать вот таким вот образом пока оставить. А на следующий год, если что, так что-то там удалится, что-то оставится. В общем, пока вот так. Не знаю, что из этого получится. Знаю, что скажете, что это неправильно, ну и пусть. А я экспериментирую. Вот тоже цветочные почки. В общем, мороз нам дал так дал сегодня ночью. Два дня. Вообще с выходных. Выходные были дожди, потом метель. В этот раз морозы два дня. И, ну, вроде бы все живо. Все перезимовало. Все выдержало вот эти морозы. Должно быть все хорошо. Вот такой вот у нас март интересный.